вторая ракетка мира, но в свое время он впервые он в июле 2011 года поднялся. Играл очень тяжелой ракеткой. Да. Поэтому плоские удары не мог он крутить. Он единственный вообще в мужском туре, кто всегда слева бьет плоским ударом. Ошибается Новак. Вот чуть мягче сейчас действует. Грамотно, как все сделал Джок. Как-то все очень коротко играл в этом розыгрыше. Отыгрывает этот брейкпоинт. Все время вынужден обороняться Рафа. Не ошибается Джокович, а принял-то неплохо на старте. Нет, не получается этот укороченный с полулета у Рафа. Да, и все-таки ошибается Рафа и... Ошибается... Вот это уже кое-что. Ну, пользуется Новак тем, что Рафа отходит далеко от... Ну, первая такая ошибка, не вынуждена. Ну, такой неподготовленный выход к сетке в надежде запугать. Ну, вторая подача острая получает. Ну, и берет Джокович гейм на своей подаче. Что-то часто решил укорачивать Новак в этом. Льет ручьем. Да, просто. Ну, влажность, да, 90%. Еще один укороченный. Ну что, конечно, розыгрыш решил. Какой резанный мяч. Позорь, берет Рам. Грамотно все делает Новак. Без лишнего. Бамус Новак. Бамус Новак, да. Айде Рафа. Да. Ну,
Да, ну далеко заставляет сейчас Джокович отходить. Старался вообще по восходящему все вторые подачи Рафы принимать. Ну и легко завершает. Сейчас может... Еще тоже все вот эти командные матчи. Не везет. Надалю. Стоп. Не отыгрывает этот брейкпоинт Рафа. Ну, первая подача. Ну, сейчас проходит первая подача. Вновь ждал Косуина. Нет, не попадает. Но, хотя тяжело. Не проходит эта линия. И все-таки... Даже если это случайно в парке за... Джокович бесподобен. Ты чего вообще спать? Классическая комбинация, подача и втор... Вот так вот, еще и сетка помогает. Но видно, что тяжело дает. Немножко удалось здесь. Ну и есть проходит у Рафы. Поймал сейчас. Ну будет проверять сейчас. Джокович так где-то на мяч что? А, вот действительно прав Новак. Грамотно сейчас сменил ритм Новака. Ну как же, даже медленно выходил сейчас из подачи. Ошибается с приема Надаль. В втором сете. Физически он как-то, я не знаю, разбегается. Но под такими нагрузками. Вот после матча он уже выиграл и этот турнир, и Австралию сразу же. Кому это говорит? Ну. С Марином Вайданом.